Итак, всем привет! Вы на канале Умный Кот ТВ, с вами Макс. И сегодня мы поиграем в такую замечательную игру, которая называется Прятки. Так, я какой блок? Какой я блок? Я наковальня! Да! И если вы первый раз видите, что такое вот эта вот игра, знайте, вы как бы играете за блок. Когда вы нажимаете Shift, вы как бы привык. Вот. И я теперь превращен, видите, вон написано You are now a solid and will block. То есть теперь я превратился в наковальню. Только... Да. Вот. И вот этот вот чел должен, ходячий блок, должен за нами бегать и убивать. И он должен искать. Я для него, как реальная вот такая вот наковальня. Да, друзья, я вот реальная наковальня. Вот. И поэтому он должен ходить и бить все блоки, пока не найдет те, которые ему нужно убить. Да. И у него, как вы видите, справа по центре есть только 250 секунд еще на это. Так что он может не успеть. Если он кого-то убивает, то тогда тот другой превращается тоже в блок. И так следующий. Но также блоки могут убить его. Это очень ржачно происходит. Возможно, такое будет. Он вроде двоих убил. А? Чё мне мечтало? О, я все еще на ковальне. Я могу даже на шифте не стоять. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Я буду ходячий наковальней. Не, вот представляете, вы такие играете в Майнкрафт. И тут бац, наковальня такая убегает от вашего дома. Как вы себе это представляете? Вот. Хотя бы нормально то, что дали меч. Теперь я буду... Я могу запинать его. Но, конечно, у него алмазный меч. Вот это просто супер. Это просто... И, кстати, я играю первый раз, так что заметьте. А, это просто супер тайник. Меня тут никто не найдет. Да. Как вы могли заметить, у меня очень убогий скин, но... Ну, не буду объяснять просто. Он убогий. И все, я знаю. Еще 15 осталось. Ой, блок пробежал. Хи-хи. Ух ты, блоки. Какие плохие. Бегать научились. Видите, как я тихоненько спрятался. Меня никто не палит. Это просто супер тайник. Да, вот так. Супер тайник. Супер. А вот, еще 2 минуты мне нужно продержаться, и я отключу эту музыку. Вот. Да, 2 минуты нужно продержаться, я думаю, как раз после этих слов я подставлю какую-то музычку, а может и не подставлю. Ну ладно, увидим. Вот это что такое? 6? Только 6? Я один из 6 тех, кто как бы выжил? Вот да, иди отсюда. Вот, отлично. У нас еще нужно 83 секунды продержаться, и тогда мы выиграем. Да. 75 секунд. Вот да. Не палимся. Не, интересно, меня запалят? Я напишу. Думаю, кстати, я запалил ник, так что вы можете мне найти и даже поиграть со мной. Вот, это я как бы пошутил с ними. 40 секунд.
Отличненько, я думаю, мы выиграем. На когда будет 5 секунд, я блоки. Вот, на 5 секунд все блоки вот так вот двинут и нападут на убийц. Киллеров, или как там их. Вот. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ура! В атаку! Ура! О, мне каких-то 40 токенс дало. Прикольно. Давайте. И вот так вот, когда вы вышли с арены, зажимаете правую кнопку мышку на ту же арену, и вы тогда быстренько попадете, если вам повезет, конечно. Так как мне повезло, это будет вторая серия. Я поставлю на паузу, пока не начнется. Окей. Итак, все. Да, я включил запись. Все, как бы бой, что ли, начался. Я что-то двигаться не могу. Я залагал. Я куда? Ай-яй-яй-яй-яй. Я думал, я вот так вот сюда. Четыре, пять, четыре, три, два, один. Оп. Все, теперь я как бы... Этот блок, смотрите, как я беспалевно спрятался вот так между наковальнями. Это вообще не место. Не, вот реально, я просто умру. Как бы, со смеху. Если меня не запалят. Ладно, я убегу оттуда. Нет. Куда? Куда мне можно бежать? Куда? Я хочу плыть. Да, вот, отлично. Отлично, меня еще не запалили. Прыгающая наковальня. Магия. Вот да, это магия. Да, ну, меня тут быстренько запалит. Два, один. Да ну, он меня запалил. Я в этом уверен на 100%. Вот, давайте уплывем. Вон блок прыгает. Блин, это так няшно. Вон. Они блоки убили его. Или он тпшнулся, или это какой-то баг, или чё, но блоки его сожрали. Берегитесь, опасайтесь блоков, они могут вас сожрать. Вот. Когда видите какой-нибудь блок, спасайтесь, бегите во все легкие, скажем так, да. Спасайтесь. Во, меня запалили. Нафиг он меня догонит. Ой. Если они не спалят, то... Не, смотрите, может и догнать. Я вот так вот сделаю. Ха-ха-ха-ха! Лол! Блок один? Как там? Рыцарь, скажем, ноль. Как-то так. Офигенно. Я люблю этот меч. Хотя он деревянный, и он вообще как обяка. Но я его люблю. Брысь от меня. Они меня убили. Ладно, у нас есть еще 100 секунд, чтобы убить. Please wait. Чё? Не понял. Какого?
А, ладно, это нужно подождать. Вот, значит, отлично, отлично. Там тут все окей. Тут все окей. Так вот, давайте бить, 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 бить. Так вот, тебя, тебя. Ладно, тут вроде как нету блока. Не люблю блоки. Вообще блоки, такие блоки, что прямо блоки. Я знаю, я сказал какую-то чушь, но все-таки вот что-то сказал. Вот, еще 50 секунд, а я не нашел ни одного блока. Да ну ладно, я туда не влез. А, так. Дайте подумать, дайте подумать. О, вон там он можно будет книжечкой спрятаться. Угу. Кто-то в воде говорит, говорят. Ну, ладно, уже 9 секунд, так что я думаю, придется заканчивать. Так что, друзья, если вам понравилось видео, ставьте больше. Дайте я включу мозги. И видели, как быстро сервис заполнится? Итак, если вам понравилось видео, то ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь. Всем до скорого, всем удачи, всем пока.